я иногда слышу такое мнение, что мы делаем из десятки идола, как посредника между нами и Творцом. Как грамотно ответить на это высказывание? Спасибо. Я не знаю, кто спрашивает, и от этого зависит, как ему ответить, но я бы сказал, что так написано. Покажи мне в трудах каббалистов, то есть Бальсулам, Рабаш, ну и, может быть, еще несколько, которые приняты нами, что бы написано было иначе, чем то, что мы делаем. Каждый может добавить свои толкования, но это его дело. Мы это объясняем так. Десятка, разумеется, превращается для меня в что-то святое, то есть надо мной. И я поклоняюсь правильной, исправленной структуре десятки, к которой я хочу прийти. Да? Поэтому если кто-то говорит, что я из этого создаю идола, как ты говоришь, идола, ну так идол, ну и что? Кто сказал, что это нехорошо? Сколько идолов в нашем мире, в нашей жизни у каждого? Так у меня мой собственный идол. Этот идол в том, что я хочу создать общество, которое действует все в объединении и любви. Что это, разве плохой идол?